заслоночку. Мы вот так вот закрываем. Все, собака завелась. Потихоньку открываем. Дорогие друзья, очень легко управлять тягачом, толкачом. Я думаю, вы такие повороты точно не сделаете. Тягач в этом выигрывает. Посмотрите, какой градус. Просто завалил ее, и она у вас практически на месте развернулась. Здесь, конечно, плюс обалденный. Еще мне там пишут: покупай толкач. Не надо мне толкачи эти ваши. Но это фигня, это неуправляемая машина, толкачи вот эти все. Где-то какой-то перепад по диагонали есть, вот буранка накатана по диагонали. Да ваш толкач, он тут же перевернется, просто вы... Ну как вы на нем? Просто она, это табуретка получается. Здесь же я где-то по диагонали могу его вот так вот юзом там как-то, ну, подрегулировать, подрулить. Но здесь вы точно свои санки повернете, он как у вас прямо ехал, так и будет ехать. Вы ничего не сделаете.